Так, как я пополняю мобильный через Сбербанк? Нажимаю сюда. Банкомат вот такого образца. Платеж наличными. Что-то не заходит. Но есть еще и такой образец. Плата. Пополнить мобильный. Нажимаем. Ждем. Так, выбираем своего оператора. У меня Теле2. Так. Сдача не предусмотрена. Так, согласен. Так, вводим номер телефона. Так. Все, продолжить. Так, тут все данные. Комиссия 2,5%. Продолжить. Оплатить. Вставляем купюры по одной. В тех аппаратах можно купюры вставлять пачкой. Так, ну вставляем. Сейчас руки заняты. Положим пакетик. Вставляем 500. И 500. Нифига он выплюнул. Принято 1000 рублей. Доложить купюру, оплатить в размере принятой суммы. Вот. Берем свой чек. Так. Смотрим. 1000 рублей. Комиссия 25 рублей. Вот. И так на всех операторов.